Всем привет, дорогие мои! С нами Кононова Анна, проект Faberlic Online. И в этом видео, как вы понимаете, я вам покажу свои новинки, которые вижу первый раз, которые первый раз на моем канале. Это посуда. Так, посуда у меня полностью вся, абсолютно. Итак, у меня тут кастрюля с антипригарным покрытием. Она идет диаметром 24 сантиметра. Нам говорят, что у нее отличные антипригарные свойства, равномерное распределение тепла и безопасно для здоровья. Ну, слушайте, кастрюля очень тяжелая, я бы вам сказала. Давайте же ее будем распаковывать. Она идет с крышкой. Так, мы находимся, кстати, на моей кухне. Такая вот очень красивая, качественная, классная крышка с дырочкой, чтобы пар выходил. Красивая, согласны? Вот такая вот красоточка. Так, угу. Вот такая вот красота. Так, значит, что у нас еще тут, что указано? Так, это у нас идет артикул 910-495, диаметр 24, высота 10,5 и объем 3,92, почти 4 литра. Материалы, корпус идет алюминий, что ж она такая тяжелая, да? А ручки нержавеющая сталь, крышка стекло, покрытие греблон, толщина покрытия 25-35 мкм и максимальная температура нагрева 220 градусов. То есть можно в духовку ставить, я так понимаю, да? Тут все отлично, ручки не отстегиваются, кому это интересно. Перед использованием посуды вымыть моющим средством, полоснуть, просушить. Рекомендуется готовить при небольшом или среднем нагреве. Не оставлять кастрюлю на горячей плите на длительное время, избегать резкого перепада температур. То есть если сковородка, кастрюля нагрета, то не надо ее заливать холодной ледяной водой резко. Не использовать металлические губки, а также моющее средство, содержащее абразивные добавки хлор и аммиак. Использовать моющее средство с нейтральным уровнем pH. Ну, значит, вот эту красотку мы с вами посмотрели. Дальше у нас с вами на очереди идет сковорода с антипригарным покрытием. Слушайте, ну очень хорошо упаковано. Честно сказать, я с превеликим удовольствием буду это дарить. Любая женщина любит подарки. Значит, сковорода с антипригарным покрытием идет с артикулом 910-941. Основные размеры — это диаметр 20 сантиметров, высота 4 сантиметра, толщина стенок 3 миллиметра и толщина дна тоже 3 миллиметра. Да, упаковано вообще очень обалденно. Так, ребята, крышка отсутствует, то есть крышки нету в этот раз. Так, это все очень хорошо отклеивается. Ну что ж, нам обещают антипригарное покрытие, поэтому пожарим прямо так яйцо на ней чуть позже, да? Артикул 910-491. Следующая сковородка. Вот такая вот красотка. У нее диаметр 24 сантиметра. Артикул 910-492. Так, давайте же будем ее открывать. Еще ни разу ничего не открывала. Ни разу ничего не пробовала. Как приехала, сразу давай быстрее все это дело распаковывать, смотреть, снимать. Так, вот такая красота. Ну, слушайте, красота. Угу. Да, неплохо. Но она чем-то напоминает предыдущие сковородки. Такие же точечки были, все. Ну, слушайте, да, красиво. Так, значит, еще одну посмотрим. Это у нас 28 сантиметров. Я так понимаю, вся она одинаковая. И все они идут без крышек. Вот. В чем момент? Так, все идут без крышек. Артикул 910-493. У нее диаметр 28 сантиметров. Антипригарное покрытие. То же самое. Толщина, размеры, диаметр 28 сантиметров. Высота 5 сантиметров уже.
и толщина стенок, такие интересные штучки, да, и толщина стенок тоже 3 миллиметра. Материал корпуса также алюминий, ручки нержавеющая сталь, покрытие греблон C3, толщина покрытия 25-35 мкм, максимальная температура нагрева также 220. Такая вот в точечку, очень, я считаю, что очень симпатичная сковородка и на кухне смотрится прям великолепно. Ну и следующая сковорода, самая-самая большая. У нас с вами была миски, 3 сковородки, то есть всего наименований будет 5. Давайте же эту красоту будем открывать. Вот такая, ого, она какая-то другая, ребят. Это не просто сковородка. Диаметр 28 сантиметров у нее. Артикул 910-494. Диаметр 28, высота 8 сантиметров. То есть очень глубокая сковородка, да, как вы видите. Интересная прям. Сковородка ли это? Толщина стенок 3 мм, толщина дна 3 мм. Материал идентичный предыдущему. Корпус алюминия, ручки нержавеющая сталь, покрытие греблон C3. Такая вот посуда. Ну что ж, давайте с вами посмотрим. У меня плита индукционная. Поэтому не нужно, пожалуйста, меня спрашивать, как оно вот на газу. Я пока маме сковородку еще не подарила, у мамы газ, я не могу сказать. Ну, все при вас открыла. Такая вот красота. Давайте будем включать. Так, включим и нажмем, ну, давайте сразу 14. Посмотрим, что там получается, как она нагревается. Да, то есть, ну, жар пошел. Угу. Ну и посмотрим, давайте с вами пожарим яичко. Обычное из магазина. На этой сковородке. Я так понимаю, что она должна немножко нагреться. Ну вот она уже теплеет. И попробуем пожарить без масла. Раз антипригарное покрытие, значит будем жарить без масла. Так, ну все, почти уже горячо. Угу, хорошо, отлично. Ну, можно еще, наверное, немножко подождать. Так, разбиваю. Отпускаю яичко, свободное плавание. Ну что ж, ждем-с. Какая она у нас тут антипригарная. Посмотрим, увидим. Угу. Нагревается сковородка, я так понимаю, долго, но уже сложно задеть. Угу. Где-то что-то и начало жариться. Давайте поставим второй такой вот режимчик. Так, чуть-чуть поставила на паузу. Она нагревается хорошо. Это буквально пауза была 1 минута из-за того, что зазвонил телефон, причем не мой. Ну, что могу сказать, жарится вроде бы, да? Вроде бы все хорошо. Сейчас должны увидеть с вами эффект. Будет оно пригорать, не будет оно пригорать. У меня есть лопаточки от Faberlic. Любой, кстати, смотрится. Да, сейчас посмотрим, что к чему и как. Будет, не будет пристывать. Я очень нетерпеливая, ждать очень сильно не люблю. Поэтому тут я, конечно, буду ждать, чтобы хотя бы зашипело. Ну, отходит вот где засохло, отходит вообще легко. Видите? Нету проблем. Вот оно. Отошло. Так, дайте-ка я вам увеличу. Я вижу, что все нормально. Угу. Ну, как бы обычная сковорода, действительно антипригарная, как вы видите, да? Вот эта вот мелочь, которая от яйца, вот она отшелушилась быстренько-быстренько. Даже к лопатке больше прилипает, чем к сковороде. Вот тут, конечно, надо смотреть. Угу, это я насвинячила. Ну ладно, извините за не очень эстетическое видео. Нетерпеливая же я, да?
Ну да, как бы все, яйцо отошло. Да, то есть все, оно может кататься. А вот это вот тоже легко отходит, как вы видите. Раз, взяли, вот оно отошло. Да, два взяли, вот оно легонечко отходит. То есть как бы проблем с яичком нету. Вот оно катается. Да. Ну, отлично. Я бы сказала, что да, действительно, это то, что нужно. Великолепно срабатывает, да, вот это вот, где немножечко, чуть-чуть что-то где-то, то оно, да видите, вот оно отходит. И не нужно там скрести, еще что-то делать, ну вот, легко, да, вот место, где я била яйцо, от него все отошло быстренько, да, то есть хоп, вот видите, поджарилось, но катается по сковородке. Проблем вообще никаких нет. Просто великолепно. Я считаю, что это отличный результат. Да, ну все, приятного мне аппетита. Далее пробежимся по вот этой красоте. Прям не могу, хочу похвастаться. Во-первых, это, вы не поверите, мне бюстгальтеры. И это все балконеты. Я их просто обожаю. Они идут на косточках, тут можно отстегивать. Ну, в общем, сейчас все это посмотрю. Размер у них 85C, артикул 504-155. Состав микрофибра. Давайте я вам прям кружево покрупнее покажу. Да? То есть вот такое вот у них очень красивое кружево. Качественные, классные. И вот их состав, вот вся аннотация. Бюстгальтер балконет. Чем мне вообще эти бюстгальтера понравились? Тем, что они, во-первых, идут на косточках. Эти косточки классные. Во-вторых, они очень приятные на ощупь, мягкие, они дышащие. В-третьих, они очень-очень красивые, как вы видите, прям безумно, мне очень нравятся, они реально красивые. В-четвертых, если бретельки не нужны, их можно отстегнуть. Видите, да, бретельки тут отстегиваются, то есть все великолепно. В-пятых, все можно регулировать, тут тянется и тут тянется, то есть можно сделать уже-туже. В-шестых, так как это балконет и бретельки можно отстегнуть, тут есть такая вот небольшая силиконовая вставочка именно на местах, где должна держаться сама грудь, если отстегнуты бретельки. Да, то есть вот такая вот, видите, поблескивает вставочка. В общем, это просто бомба. Дальше сбилось счета. Он очень качественный. Вот эти вот до такой степени мягкие чашечки, они не мнутся ничего, а с ними все здорово. У них есть один единственный недостаток: если вещь очень сильно тонкая, которая надета поверх бюстгальтера, то иногда бывает, что рисунок видно, но он до такой степени пришит и до такой степени максимально плоский, что это бывает в очень редких случаях. Дальше тут, значит, косточка идет гибкая, которая не впивается. Ни одной железки у меня никогда не вылезло, что мне очень нравится. И вообще он держит грудь, он ее вот так приподнимает, и грудь такая классная, ребят. Вот в компании Faberlic лично для меня всего лишь два удобных бюстгальтера. Это бюстгальтеры спейсеры, которые мне очень понравились, и вот эти вот бюстгальтеры балконеты. Просто безумно супер. Просто вот я не могу, я кайфую. Очень красиво смотрится грудь. Особенно, ребят, особенно грудь возрастная. То есть тут нету никакого увеличения, никакого пушапа, никаких вставок, ничего. И до такой степени, как вы помните, да, вот эта вот чашечка, да, она мягкая, она не толстая. Но бывают же такие бюстгальтеры, через которых видно, да, видно грудь. Человек замерз, сразу видно, да, выпирает, очень некрасиво. Мне кажется, что это очень некультурно даже. Мне не нравятся такие вещи. А тут он и мягкий, вроде как там есть какая-то прослойка, но она не деформируется, с ней ничего не случается, потому что очень качественный какой-то вот тут материал. Просто великолепно. В общем, обожаю эти балконеты. И заказала я их в нескольких цветах, но все они. Белый балконет. Бюстгальтер балконет на косточках. Цвет слоновая кость. Размер 85C. Артикул 504-144. То есть еще белый такой. Давайте я вам покажу его. Вот такой вот белый балконет. Точь-точь такой же, как черный.
Просто белый. Вообще ничем не отличается. Тут такие же и вставочки силиконовые, и все. Просто безумно классный цвет. Ну как безумно классный цвет? Я имею в виду сам бюстгальтер классный. Не то немножко сказала. И вот, значит, он стоит, сумма со скидкой, 1279. То есть он недорогой. И еще мне удалось урвать такие. Это у нас, значит, бюстгальтер с артикулом 504, 177. Остальная аннотация идентична предыдущей. Просто вот цвет уже такой, да, бежевый, очень приятный цвет. Телесный. Он менее заметен под какими-то более прозрачными вещами. То есть он лучше всего вписывается, да, чем, например, белый и черный. Смотрите, сколько я заказала. Да, это все мне. Обожаю. Просто предыдущим некоторым уже по 3 года, по 2 года, и какие-то уже начали стирываться. И я начала уже вот менять, видоизменять немножечко, да, новое на старое обмениваю, грубо говоря. И когда я увидела, что они появились на сайте, я сразу кучу заказала. Это невероятно. Мне сейчас хватит опять года на 2. Ну, красота. Дальше еще один бюстгальтер, тоже размер 85C, называется «Особая поддержка», называется «Эви», артикул 503-240, разработан прямо в Швейцарии, представляете, да? И эта красота у нас с вами идет вот такая. Вообще, я сначала подумала, что он мне мал, что моя грудь сюда не войдет, да что это за извращение. Вот я правда так, ребята, подумала, вот честное слово, смейтесь, не смейтесь, думаю, что это такое вообще. Но когда я его одела, я обалдела, насколько он хорошо и красиво поддерживает грудь. Просто великолепно. Я прям очень сильно оценила эту покупку. Хотя, ну, действительно смешновато так смотрится, да, в самом начале. Но на самом деле очень аккуратно грудь смотрится, очень красиво. Была бы я менее прилично, я бы даже вам показала. Очень красиво. Поэтому, если у вас, да, действительно там большая грудь, то особая поддержка, это прям супер-мега-класс. Я знаю, что у меня есть очень много подписчиц, у которых грудь чуть не в 2 раза и больше, в 1,5 раза больше моей. И, конечно, это тяжелая такая ноша. И вот этот бюстгальтер прям украсил мою вот грудь. Мне очень понравилось. Прям вообще. Я довольна. Хотя, смотрите, вид какой, да, простецкий, непонятный. Фи, что-то такое, да. Когда я взяла в руки, я вообще думала, что она мне не войдет, понимаете. А потом я поняла, что очень даже входит и очень даже хорошо держит. И вот это вот нежное кружево, оно до такой степени крепкое, прочное и классное. И так красиво облегает грудь, что просто мега вау. Ну и та-дам-да-дам. Я ездила на конференцию Faberlic. Моя дочь ездила на конференцию Faberlic. И мой муж ездил на конференцию Faberlic. Представляете, как круто? И у нас сейчас 3 подарка. Абсолютно одинаковых, но их 3, ребята. Я очень рада. Так, давайте же с вами посмотрим. Так, что же тут есть? Посмотрите, какая прекрасная кучка мала. Значит, что подарили? Это очень хороший фиксатор макияжа. Это спрей такой, артикул 6513. Такой вот малюсенький, очень хорошенький. То есть вы накрасились. И чтобы у вас не размазывался макияж, вы слегка им сбрызгиваете лицо. Очень нежный, еле уловимый какой-то есть аромат, какая-то вот одушечка. Также тут есть активные компоненты, протеины шелка, ниацинамид и цинк ПЦА. В результате он дает стойкий макияж без эффекта липкости и жирного блеска. Также спрей на водной основе, наносится легкой дымкой и быстро высыхает. Фиксирует макияж, уменьшает жирность кожи, и протеины шелка помогают удерживать влагу в коже. В общем, круто, ребята, круто. Давайте вывалим эту красоту. Я думаю, все знают, сколько это все стоит. И, конечно, все... Только что у меня, кстати, коллаген закончился. И все, я думаю, понимают, что билет полностью у участников конференции окупился. Абсолютно полностью. Итак, значит, патчи One Week Miracle у меня они действительно очень хорошо разглаживают. Морщинки, артикул 09-48, 60 штук, просто обалденные патчи. Хвалю, хвалила, буду хвалить. Это у нас защитный праймер для лица. Он идет от 5 видов излучения различного. Во-первых, он подготавливает кожу для нанесения макияжа. Потом у него, значит, идет гелевая тающая текстура. Так, ух ты.
Давайте-ка еще зафольгированный, да? Вот такой вот он. Интересный. Видите, такой хорошенький. Гелевый, видите, тает. Поехал. Сначала подумал, потом начал таять и поехал. То есть он превращается в такую вот водичку очень приятную. Но он еще ведь и SPF, да, что нам нужно понимать. Он обеспечивает 5-ступенчатую защиту кожи от негативных факторов, таких как Wi-Fi, да, там излучение от гаджетов и так далее. Да, то есть тут очень много. И результат — идеальная основа для безупречного нанесения макияжа с многофункциональной защитой. Основа для макияжа, чтобы у вас и макияж красиво, хорошо лег, и лицо было защищено. Артикул 65.11. Очень актуально для тех, кто любит ездить отдыхать. Актуально для тех, кто постоянно сидит за телефоном, работает за компьютером, да, там бухгалтера, например, и так далее. Мы очень много с мужем работаем в интернете. Дальше такой вот красивый пакет 781-238. Очень красивый пакет, мне понравился. Кстати, прямо чувствую вот этот сладкий аромат, очень приятный, прям обалденно. И кожа такая мягкая, суперская, как будто немножко даже разглаживает. Так, ну и еще один увлажняющая сыворотка праймер. Она у меня как раз, кстати, практически закончилась, чуть-чуть на дне осталось. Она идет в стеклянной упаковочке с такой вот пипеточкой. Такая вот красоточка. Представляете, в подарок получить. Ага, вот так же разносится, тоже быстро, легко впитывается. Она выравнивает очень кожу, делает кожу свежее. И я иногда могу ее, когда очень сильно тороплюсь, мне некогда там что-то делать, я просто могу ее нанести и побежать. И уже вид свежее. Вот эта увлажняющая сыворотка праймер, она обеспечивает нам мгновенную свежесть и длительное увлажнение. Выравнивает, разглаживает кожу и также имеет легкую гелевую текстуру, которая быстро сохнет и вообще не липнет. Активные компоненты у нее идут: пантовитин, акваксил и гиалуроновая кислота. Результат — глубоко и надолго увлажненная кожа, идеальная подготовка для нанесения макияжа. Отличная выравнивающая такая вот основа под макияж. Тоже очень нравится запах. Ой, свежесть, невесомая такая свежесть. Парфюмерная вода Артефакт, уже снимала вам ее, мне она безумно понравилась. Артикул 35.52, я счастлива, что у меня теперь три таких воды. Очень интересно получается. Дальше, парфюм для стирки в гранулах «Солнечное очарование» 308.45. Представляете, 2 или 3 тысячи было человек на ассамблее Фаберлик, вот столько приготовить и столько подарить. Обалдеть, просто очень приятно. И приятнее вдвойне, что это просто добавили к заказу. Это добавили к заказу, ребята. Нам не пришлось это переть из Москвы в город Киров. Это круто, это мега супер. Я очень этим фактом довольна, потому что в прошлый раз мы эти все подарки везли. Там подарок мужа, подарок Кати, подарок Антона. Блин, извините меня, четверть чемодана была занята этим. Плюс подарки от структуры, от команды класснючие. И вообще не знаешь, что куда засунуть. А тут просто мега вау, что это просто выслано вам на дом. Вместе с заказом просто отдельной коробочкой пришло. Вот видите, подписано подарок участнику конференции 2023. Ну шикарно, просто шикарно. Дальше ночной крем, дневной крем, флюид для лица. Я про него уже очень подробно сняла в пустых баночках Москвы и Эмират. Обзор уже вышел, смотрите обязательно. Они идут 50 миллилитров. Рекомендую. Очень понравилось. Безумно классное средство. И то, и другое. Вообще просто супер. Ночной крем. Артикул 1382. Шикарный. Я просто не буду открывать, потому что вот только показывала в обзорах. Только что дорасходовала. Мне, кстати, мой макияж делала Екатерина, когда мы ездили сниматься на телевидении. Нас пригласила компания Faberlic сняться в ProBusiness. Это телеканал. Нас будут показывать по телеку. Очень приятно. И когда Катя мне делала макияж, она сказала: Аня, у тебя лицо стало лучше и плотнее, что ты сделала? Я говорю: Катюша, я просто тестирую линейку коллаген. Она говорит: все понятно, крутая кожа, классная кожа. Ну, там еще была плюс сыворотка бустер, да, не забывайте, еще третий компонент. И дневной крем 1381 артикул. Крем зима для лица, рук и тела. С удовольствием израсходую. С ним, кстати, даже очень классно делать макияж. Прям классно с ним делать макияж. Такой вот он густой, хороший. Он питательный. За кожей ухаживает шикарно. В общем, никаких проблем нет. Запах яркий, сильный, бьющий в нос. Я просто обожаю этот запах. Такой, знаете,
каких-то сладких морозных ягод. Дальше защитный крем для лица. 4% масла ши. Это моей дочурке младшей. Викуське 29-30 артикул. Тушь тоже уже делала обзор. Тут будет вставлено. Вот это вот, да, я в Москве этот обзор делала. Еще раз вставлю специально для вас. Про эту тушь обязательно. Ну, нормальная такая, рядовая, добротная тушь. Не могу сказать, что мега-вау лично для моих ресниц. Да, у меня ресницы, еще раз повторюсь, густые, но очень короткие. И мне больше хочется и объем, и удлинение, да, и больше мне надо удлинение. А тут все-таки больше какой-то вот объем немножко. Ну и мезороллер, это, я так понимаю, новинка, которая еще не выпущена в компании Faberlic, которая еще нет в продажах. Молодая кожа, легко и быстро. Сейчас у меня на данный момент опулзуб после Эмират. Ух, порвала все, ну это же мне. И я пока боюсь тестировать, да, боюсь себя колоть, сами понимаете, да, нужно, чтобы опухоль спала. Вот, мы покатались на лодке, у меня продуло ухо, зуб опух, этот лимфоузел снизу под ухом. Поэтому я пока что не могу вам сказать. Но мезороллер — это не быстрый эффект. Это, ну, месяц-полтора нужно ждать. Тут самое главное им пользоваться. Вот тут даже написано, что меры предосторожности, не злоупотребляйте массажером. Давайте я вам увеличу. Прям Faberlic просто супер, молодец, что он это написал с заботой о нас с вами. Не злоупотребляйте использованием массажера, поскольку иголки остаются острыми продолжительное время. Нельзя использовать при следующих состояниях. Акне в обостренной форме, экземе, красных угрях, псориазе, тяжелой солнечной кератозе, ну, когда, да, сгорел человек, и при рельефных родинках или бородавках. Прям нужно это понимать. В целях максимальной гигиены и безопасности после использования массажер необходимо хранить в специальном пластиковом футляре, который продается в комплекте. Все материалы безопасны для кожи при соблюдении по применению. Но что мне хочется вам сказать, тоже мой вам совет. Мезороллер — это штука, которая делает кожу в 50 раз моложе. Он у меня был, потом куда-то делся. А я его потеряла, да, куда-то или выкинула, не помню. У него идет длина иголок 0,5 миллиметров. Нужно использовать, во-первых, один мезороллер на одного человека, это обязательно, и во-вторых, пожалуйста, даже после себя всегда обрабатывайте хотя бы хлордиоксидином его. Вот это важно, это мега важно. И при использовании его нельзя нажимать очень сильно, потому что вы можете проколоть кожу и будете недовольны потом эффектом. Поэтому покалывайте массажером по одной и той же области вертикально и горизонтально с одинаковой интенсивностью. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Проводите по 5 раз в каждом направлении. Артикул 93.15. Ну и давайте открывать будем. Как он тут плотно упакован. Так, ну все, открываем. Та-дам-да-дам, пришлось брать ножницы, разрезать. Вот такая вот красота. Подпишите, что это ваш, чтобы его никто не брал. Такой вот он маленький, хорошенький. Сейчас я вам на троечку увеличу. Так, ну-ка, давайте на десяточку. Ну, то есть вот он такой. Прям хорошенький. Малюсенький. Да, и чувствуется, что он колет. Да, вот такая вот красота. Так вот он по коже идет. И я чувствую вот такое вот укалывание уже. И с ним, конечно, все кремы очень быстро и намного быстрее будут усваиваться и доходить до туда, докуда нужно. Это мега важно. И кровь будет к месту повреждения приливать. А так как иголочки мега мелкие, да, вот посмотрите, какие поры на руке, да, и какие иголочки. Из-за того, что иголочки мега мелкие, они вроде как и колются, но никакого покраснения, такого прям особой гиперемии можно не ждать. То есть красота вообще. Видите, да? Волосы на руках больше, чем эти иголочки. Очень классный, нежный, хороший мезороллер. Прямо мама дорогая, да? Такой вот он. Хорошенький. Что ж, будем пользоваться. Ну что ж, мои дорогие, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Скоро будет еще и обзор посуды. Всем пока-пока. Рада была быть вам полезной.